Мечтала в школу я не ходить, мечтала не делать вообще уроки, мечтала дома подольше быть и увеличить каникул сроки, мечтала новый айфон я купить, мечтала забыть, что такое синус, мечтала летом у моря пожить. Но страшный зверь здесь коронавирус. Мечтал ведь кто-то машину купить, мечтал кто-то виллу купить у моря, карьеру сделать, богаче быть. Никто не думал, что ждет нас вскоре. Мечтали все, чтоб не тратить сил, жизнь направлять только в плюс, не в минус. Но все мечты эти вмиг обнулил невидимый страшный коронавирус. Мечтать я очень-очень люблю, и вирус этот дал мне понять, что быть на свете счастливою, о чем действительно нужно мечтать. Мечтать я очень-очень люблю, вирус этот дал мне понять, что быть как в сказке счастливою, о чем действительно нужно мечтать. На улицу выйти нельзя, карантин, а в маске поход в магазин, как в разведку. Друг друга боимся, в глаза не глядим, в WhatsApp с друзьями общаемся редко. Сидим по квартирам, как будто война. Как мы в это вообще попали? А вдруг и в этом наша вина? Так долго мы не о том мечтали. Пройдет месяц, может и два, исчезнет вирус, мы выйдем из дома. И будет солнце, будет весна, и будем дышать мы без страха снова. Друзей мы будем опять собирать, и по приколу есть гречку с солью, друг друга опять обнимать, целовать, и всем желать лишь одно здоровье. Мечтать я очень-очень люблю, вирус этот дал мне понять, что быть реально счастливою, о чем действительно нужно мечтать. Мечтать я очень-очень люблю, и вирус этот дал мне понять, что быть как в сказке счастливою, лишь о здоровье нужно мечтать. Мечтать я очень-очень люблю, вирус этот дал мне понять, что быть реально счастливою, о чем действительно нужно мечтать. Мечтать я очень-очень люблю, вирус этот дал мне понять, что быть как в сказке счастливою, лишь о здоровье нужно мечтать.